Всем привет, меня зовут Сергей, и продолжаем бороться с зомбаками. В прошлый раз мы с вами остановились на балкончике, и буквально пару метров я прошел и познакомился с бегунами. А вот кто такие бегуны? Ну, это, конечно же, не те бегуны, которые выступают за Россию на Олимпийских играх. Это немножко другие. Вот так они выглядят. Это зомби, которые еще не потеряли способность видеть, и поэтому от них нужно держаться подальше и действовать с ними более аккуратно. Ну, то есть, в идеале нужно подходить к ним сзади, чтобы они не заметили. И сейчас я буду, конечно же, искать их со всех сторон, но удивительно, что человека-то они видят, а вот фонарик они почему-то не видят. Ну, это даже и хорошо, чтобы не... Так. Чтобы можно было бы ходить с фонариком по темноте. А вот, смотрите, сейчас он нас заметит. Тут с одной стороны зомбак, с другой стороны зомбак. И будем аккуратненько. Так. Вот этот бы справа не заметил. Отлично. Этот спиной идет. Сейчас я его попробую захватить. Так. Во! Отлично, это у меня получилось. Теперь с остальными зомбаками будем... Ну, нет! Этот прямо со спины подошел, и я... Не смог с ним ничего поделать, и даже была неактивная кнопочка, которой нужно отбиваться. Ну что ж, еще одна попыточка, давайте присядем и начнем вот с этого зомбака, который стоит и писает в травку. Ё! Получай ты трубой! Вот так я расправляюсь с зомбаками, надеюсь, там никто больше не услышал моей битвы с этим другом. Не, услышали. Тогда... Ой-ой-ой, это будет опять сложно. Да, а вот с щелкунами вообще сложно работать. Для тихого убийства щелкуна нужен нож. Фу, еще одна третья попытка. Давайте присядем, чтобы не слышал этот писающий мальчик. Опа, все, с этим разобрались. Давай-ка. Души. Он души в нем не чает. Что это такое лежит? Нож, да? Непонятно, что это лежит. Ладно. О, бутылочка. Дай-ка я кину бутылочку вот туда. Может быть, они отвлекутся и станут ко мне спиной. Вот это щелкун. Щелкун еще страшнее, чем бегун. Оба повернулись спиной. Так, не-не-не, поворачивайся спиной, симпатяга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, трубой. Ну, со всех сторон навалились, ребятки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну тут уже не вырвешься. L1, ну, не успел, ё-моё, еще одна, уже четвертая попытка, как так, не получается у меня с ними совладать. Еще, конечно, пистолет есть в запасе. Так, о, а вот и ножичек, может быть, и ножичек тоже пригодится, я его что-то раньше не заметил. А ножичком-то нельзя его как-нибудь перерезать горлышко, допустить кровушку? Вроде нельзя. Так. Ну, может, с этой стороны их обойти тогда? Да, может быть, они будут выходить здесь по одному, и я смогу их устранить. Вот здесь, в этой комнатке, да-да-да-да-да-да-да, в этой комнатке еще был один. Сейчас я его попробую чикнуть. Вот не заметили бы. А вот представьте, у этих людей же наверняка есть и мама есть, и папа есть, и, наверное, и детки маленькие у них есть. А мы с ними так обращаемся не очень хорошо и не очень приятно. Детки, наверное, переживают, если они еще живые.
за своего папу-то и маму. Пойдем уже в эту сторону тогда. Может, еще один выползет. Так. Еще один ножичек. Ладно, пойду за... за эту дверь. Во-во-во-во-во! Выходит один. Как бы спрятаться от него. Так. Мне кажется, или сейчас стало темнее и наступила ночь? Наверное, кажется. Так. Еще три штуки их осталось. Не говорю три человека, а именно три штуки. Это уже действительно не люди, потому что... Так, может вот в этого стрельнуть? Не прибегут другие? Ой, прибегали, прибежали, прибежали! Ну-ну-ну-ну! Да, да нет! Ну нет же! Давай-ка трубень доставай! Ё, давай, 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 давай. Ножом, ножом, ну ёшкин кот! Еще раз. Что-то мне не везет. Режим захвата цели включается в меню параметры. Ну, он и так вроде захватывает нормально. Захват, задушить. Задушить. Наверное, нужно с хитростью действовать как-то. Кидать кирпичи, бутылки. Сейчас еще папу чего-нибудь мы... выключу на всякий случай. Все, еще один есть. Так, там нас не заметили. Это хорошо. И стрелять я тогда не буду. Этого попробую со спины взять. Нет. Не получится. А бутылочкой... Для бутылки тоже места нет. Хо-хо-хо. Так, а если нам взять ножик? Как ножик-то он берет? А, никак, он, наверное, его в ближнем бою только. Да ё-моё, опять! Держи, 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 держи! Держи, 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 держи! Вот, 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 щелкун есть! Отвали, отвали, щелкун! Получайте! Ну, сзади! Ой, кошмар! Еще раз будем действовать на этих щелкунов, на их нервы. Или они будут на мои нервы действовать. Нельзя, видите, со спины подходить к щелкунам. Они сразу сонную артерию перекусывают и пиши пропал. Давайте посмотрим последний раз в его ясные глаза. Уже не источающие жизнь. Один есть. Сколько их всего? Пять, да, было, по-моему? Пять или шесть. Сейчас выйдет отсюда еще один. Дружок! Есть, 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 есть. Припрятались. Еще один есть. Не-не-не, не рыпайся. Просто спи спокойно. Спи спокойно, друг мой. Так. Все-таки с этой стороны надо... как-то пройти. Где там? Бегун или щелкун? Ага, так. Не-не-не-не. Это чей-то дедушка наверняка. Да. Одним дедушкой стало меньше, и осталось буквально два. Два зомбака.
Ну, с ними я разберусь, я уверен в этом. Он один. Так, где у нас стоял Шилкун, вы не помните? С этой стороны. Ага, здесь Шилкун. Значит, нам нужно сначала уничтожить вот этого вояку. Так, сейчас со спины подойдем. Все. И остался один Шилкун. Если я не ошибаюсь. Так, а вот Шилкуна попробую, конечно, со спины к нему подойти. Но он так стоит, что это невозможно сделать практически. А, не, все. Получай ножом в горло. Готов. Ура. Все. Спускаемся. Так, куда бы спускаться-то? Где тут вообще дверца? О, привет, привет. Очень рад вас видеть. Давайте пойдем дальше по делам. По нашим рабочим делам. Ну и куда? Есть предложение? Не, они туповато глядят в стенку и не могут сообразить, куда идти дальше. Нет места. Ну ладно, это бог с ним. Мне сейчас ни бутылки не нужны, ни... куда делись вы? Куда вы делись, ребятушки? Ага. Тоже ищете выход? И я ищу. Надо разгребсти здесь завалы, чтобы выбраться дальше. Где завалы разгребсти? Есть предложение? О, пистолетик! Нужен мне? Носить с собой можно не только оружие, что находится в кобуре. Дополнительное можно держать в рюкзаке. Так. Брать оружие с помощью стрелочки. Угу. Сюда пойдем, да? Давайте пойдем. Нет, тут все высоковато, да. Высоковато, с такой высоты падать не хочется. Конечно. Ну и у вас нет предложений. Вот дверца. Это не дверца. Сюда, если наверх. Тоже никак. Где выход? Покажите мне выход. Замуровали все-таки. Разгребсти завалы, и можно было бы туда запрыгнуть. Они не разгребаются. Сюда, вот сюда наверх тоже хотел. О, получилось, да. Получилось. Сюда. Давайте отодвинем этот старый комод. Фу, поехали. Давай. Двигайся со всех сил. Еле-еле тащится этот комод. И мы освободили выход. Погоди. А сам-то пойдешь, друг? Друг, отпускай. Так. Все, сойдет, нормально. А, дверь просто закрывалась, и нужно было бы было поставить дополнительное прикрытие такое для двери, чтобы она не закрывалась. Все путем. Ага. Пойдем дальше. Всяких бинтиков наберем, ножниц. Опа. Ну что, дальше? В какую сторону? Сюда. Ну, не тормозим. Можно пролезть. Ага. Осторожно. Выбрались наконец-то на поверхность.
Стой, Желкунов, тут не слышно, не видно? Подумала, вернем оружие и сможем немного пожить спокойно. Ну нет. Что я слышу? Ведь ты сам себя предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь соглашусь. Поживем, увидим. Так, приехали, да? Дальше не пройти. Слышите? Это щелкуны. Щелкают так. Значит, мы все-таки не туда пришли. Элли, где ты? И Элли возвратится. Да, туда точно не пройти. Хотя странно, такой проход, который логичен для того, чтобы именно туда и идти. Все оказалось намного проще, я просто-напросто почему-то не заметил вот этот проход, где как раз и ждут меня Элли и Тесс. А теперь уже вместе с ними пойдем дальше. Трупики. Так, что с этого взять, трупика? Ничего особо не возьмешь, потому что он уже совсем-совсем засохший. Так. Поднимаемся повыше. Надеюсь, все за мной идут, ребята. Да, давайте, поднимайтесь. И пойдем еще дальше, сюда. Так. А, подождите-ка. Мы отсюда вышли. А зачем сюда тогда обратно? Не нужно сюда обратно. В другую сторону тогда. Сюда. Во. Точно. Есть предложение. Куда дальше? Наверх, может быть. И вот здесь под низом пройти. Да, под низом. Теперь сюда, наверное. Сюда. Да, все. Он подтвердил мои слова, сюда, так сюда. Собираю шмот, который еще здесь остался от прежних хозяев. Всякие шестереночки пригодятся для создания пистолета, может. Глянь на рукав. Цикады. Цикады. Да. Угу. Похоже, дела у них и тут хреново. Надеюсь, у Капитолия нас все-таки встретят. Одним коктейлем Молотова можно поджечь нескольких противников. Горящие враги могут поджигать друг друга. Нажмите L2. Ага, следите за своими запасами. Не парься ты. Так, ну давайте выходите тогда, зомбаки, и я буду с вами разбираться с помощью коктейля Молотова. Да? Если есть коктейль Молотова, значит должны быть и зомбаки. Причем не один, а в нужном количестве. Несколько. А, один вот есть. Там, видишь? Черт. Мы почти у выхода. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Хорошо. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Будем пробовать теперь коктейль Молотова, как он работает. Щелкуны слышат вас, даже если вы присели и крадетесь. Слегка отклоните Эль, чтобы двигаться тише. Угу. То есть нужно идти очень-очень тихонечко. Сейчас вот этот подойдет тому, который левее. Я их двоих сразу. Ну или так. О. О, отлично.
Отлично у меня получилось. Смотрите, как они танцуют на этой вечеринке огня. А, так, а меня огонь-то не заденет? Элли, осторожно. А этого с пистолетика сейчас чикнем. Да ё-моё. Отрубился. Сейчас и тебя отрубил. Тесс еще помогает, стреляет. Меня бы не попало. Ой-ой-ой-ой-ой, ну нет! Так незаметно. Так он незаметно вылез, что... У меня просто не было шансов. Так, а коктейль Молотова-то есть? Есть. А, знаете, как я сделаю? Сейчас я просто бутылочкой их приманю. Нет места. Это плохо. Плохо, что нет места. О, прям нацеливается на него. Стрёмно. Да ну, не стрёмно, ну чё. Это просто была бутылка. А где коктейль Молотова? Да, коктейль Молотова. Тряпка, алкоголь. Ага. Ну, хотя бы один. Сейчас еще подбегут. Подождутся. Ага, ага. Элли... А, это не Элли? Похоже, похоже, да, на Элли? Все, один подгорелец. Спасибо за подсказку. Еще один. Ну, я сейчас тебя... Легко. И главное, со спины не подпускать к себе, а так трубой, в принципе, можно отделаться от них очень легко. Ага, давайте-ка зайдем к этим щелкунам поближе и посмотрим, нет ли пистолетиков у них. Есть патрончики. О, идем дальше. Вижу, там стоит, да? Или мне кажется? Не, стоит. Стоит и что-то так плоховато дышит. Наверное, не очень хорошо себя чувствует. И это не щелкун, это бегун. О! Ваш выронил дубинку. Где дубинку? А, сломалась? Вот это да. Какая-то непрочная была дубинка. Хоть железная, но совсем гнилая. Есть кто на очереди? Все в темноте так проходит. Что-то мне как-то так... не очень уже. Хочется ярких пейзажей, красивых. По темноте бегать не так весело. Возьмем алкоголь. Так, ага. Чем же я с тобой буду расправляться? Аккуратненько, если подойти. Получится захватить? Да, получилось. Вот-вот-вот. На Эля, кстати, да, немножко похоже? Напоминает немножечко. Может, сестра? Да нет, конечно же. Конечно же, не сестра никакая. Свет-то есть, где включается? Ничего себе! Чё ты там нашла? Показывай. Эли! Что ты нашла-то? Книжки интересные. А, это, наверное, древние коллекционные комиксы, которые американцы любят собирать. А мы пойдем дальше. Нам сейчас совсем не до комиксов. Такое
сложное для страны время. Угу, угу. Так, 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 так. Получится изготовить-то? Не, не получилось. Наверное, недостаточно компонентов. Если просто кинуть в него. Ничего не случилось. Активировался. Ладно, буду стрелять. Давно что-то я просто не стрелял. Охота пострелять. Отличный выстрел. Мимо. Отлично. А что, вы не боитесь совсем пуль? Ё-моё. Для тихого убийства щелкуна нужен нож. Что-то они совсем не боятся пуль. Ну ладно. А, давайте тихонько, да, подойдем к нему. Может и получится еще разочек. Но нет, так нет. Все равно тут близко сохранение. Ну. Да, как-то это резко случилось. Ладно. Надеюсь, вам понравился сегодняшний летсплей, поэтому поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А с этим щелкуном мы разберемся в следующий раз. Пока!